Esto no tenía que acabar así, Bartomeu. No tenía que acabar así. Какая боль! Фанат Месси рыдает на коленях у ворот домашнего стадиона Барсы. Испанский клуб официально объявил, что лучший игрок планеты больше не будет играть за Барселону. Месси играл в Барсе с начала своей карьеры, 18 лет. Его уход из команды стал поводом не только для плача, но и для фанатских шуток. Союз шестикратного обладателя золотого мяча и Барселоны в футбольном мире считался самым крепким. Но клуб столкнулся с требованием испанской Ла Лиги сократить расходы на зарплаты. Комик Гарик Харламов призвал фанатов позвать Месси спасать российский футбол. И под последним постом футболиста появилось больше сотни приглашений играть за наших. Более реальные варианты – Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити, которые ранее заявляли о своих видах на футболиста. Странно, что в этой ситуации молчат остальные игроки Барселоны. Например, лучший друг Месси – Агуэро, пришедший в Барсу только ради возможности поиграть в одной команде с Лионелем на закате своей карьеры. Разве бы он не высказался после случившегося? Действительно ли Месси ушел? Уж не ловушка ли это для президента испанской Ла Лиги, чтобы в индивидуальном порядке откорректировать договор с аргентинцем? Один сезон игры Месси стоит 30 миллионов евро. А вы что думаете, манипулирует Барселона или правда Месси уходит? Пишите в комментариях.